Всем привет, вы на канале Bear Hunter. Давайте с 33 метров постреляем дум мини-агрегатором. Начнем с обычных стрел. Блин, вечер сегодня. Но надеюсь, хоть попаду хоть раз в свинью. Давайте сначала 5 обычных стрел метнем, хотел сказать, стрельнем. Вся проблема, еще раз повторюсь, ветер гуляет. Сильный. Ай, блин, рано выстрелил. Смотри, ворон ястреб гоняет. Ну и пятая стрела. Смотрите, я сейчас обычные стрелы стрельнул, но они легкие, поэтому из-за ветра могут плохо лететь. Теперь давайте, как я и говорил, кто-нибудь видео смотрел до этого, пишите комментарии, где я в деревяшку стрелял с 10 метров охотничьими стрелами. Теперь давайте с 30 метров посмотрим, как охотничьи стрелы будут стреляться. Так, заряжаем магазинчик. Раз, два, три. Три стрелы зарядили. Давайте теперь посмотрим, на что способны. Ах, блин, как на зоне поднялся сильнее. Ну, ё-моё. Ладно, поговорим пока. Ветер стих, давайте стрельнем. А тут совсем сильный ветер был. Блин, мимо деревяшки промазал. Во, в деревяшку попал. Понимаете как? Все-таки в изолон я попал. А этими стрелами изолон неохота рвать. Ну, пойдемте посмотрим, что у нас там получилось. Слушайте, а кайф все равно. Охотничьими стрелами стрелять. Я все боялся, ветер куда-нибудь не туда. А там все-таки лес, вдруг там кто-то ходит, животные какие-нибудь, что-то стрела не перелетел. Стрела все-таки легкая. Оператор, аккуратней, труба. Слушайте, ну это вообще. Вот это ветер. Ты видишь это? Ну. Свинью все-таки под брюхо попал. Короче говоря, резюмируем. Обычные стрелы, разлет капитальный при ветре. А вот охотничьи стрелы, смотрите, какая кучность у них. Не зря это все-таки охотничьи стрелы. Я надеюсь, это охотничья стрела. Да, охотничья. Видите, маленько дернул руку, она в сторону отошла. Так бы ровно прилетела. Обычные стрелы, видите, при ветре как все разлетелись. А охотничьи прям кучно бьют. Слушайте, ну должен я сказать, что охотничьи стрелы гораздо точнее с 33 метров, чем обычные стрелы. Видите, разброс какой. Ну, повторюсь, ветер все-таки есть, небольшой присутствует. Так что, резюмируем. Охотничья стрела для агрегаторов гораздо точнее летит, чем обычная стрела. Честно сказать, я думал, наоборот это будет. Но меня вот этот вот результат поразил. Одна в одну. И одну стрелу я дернул, она мимо ушла. А так прям супер. И учитывая то, что я с коллиматора стрелял с 33 метров, а зрение у меня не ахти, честно сказать. Очки-то я не одел. А если бы я оптику одел, и сошки бы. Тем более я без сошек стрелял. Слушайте, я считаю, что результат хороший. Метатель все может. А это, наверное, так не воткнется. Нет, воткнется. Давайте вторую серию из 5 выстрелов сделаем. Как так, я в свинью не попал? Блин, промазал. Дернул. Все, что ли? Пошли смотреть. Ну, смотрите, совсем другой результат. В
Вторая серия. Вот видите, чем хороша. Но одна стрела мимо ушла. Как видите, вторая попытка из 5 стрел гораздо лучше получилась. Но, честно сказать, прицел здесь коллиматорный. Да и как-то быстро я стрелял и не целился, поэтому разлет получился. И решил вторую серию из 5 стрел сделать. И видите, прям две кучника так стрелы попали. Одну дернула, она мимо мишени улетела. Но все равно, честно сказать, меня удивила охотничья стрела. То есть у нее кучность на дальних дистанциях гораздо больше, чем обычная спортивная. Я, честно сказать, думал, что она, то, что ветер гуляет, из-за того, что здесь наконечник, паруситься маленько будет. Она прилетела ровно. Две стрелы, видели как? Одна, вот, одна к одной прилетела. Но третью стрелу я дернул маленько, поэтому она в сторону шла. Повторюсь, зрение у меня, я без очков стрелял. И второй принцип, то, что здесь, блин, коллиматорник стоит. Стоял бы оптический прицел, я бы, конечно, получше попал. Но, видите, второй раз я собрался, потому что увидел, что первый раз разгильдяйки я пострелял с 30 метров. Ну, как так, вообще не попал почти. Ну да, под брюхо чуть-чуть свинье попал, царапнул я, и все. И видите, потом собрался, 5 стрел зарядил, нормально стрельнул, и все. Ну, резюмируем. Короче, для охоты охотничья стрела для агрегаторов офигенная вещь. Летит гораздо точнее, чем обычная спортивная стрела. Отсюда вывод. Скоро в Бирхантере появятся обычные спортивные стрелы. Они будут дороже, но они будут гораздо точнее. Это все-таки дешевый вариантик, а появится подороже, но она гораздо точнее будет лететь. Она маленько потяжелее будет, и у нее точность, кучность гораздо больше будет. С нетерпением жду такой стрелы, потому что эти стрелы, ну, грубо говоря, сколько? Метров 10-15 точный результат будет. 20 метров я бы подумал, а вот 30 метров сами видели результат какой. Это надо целиться долго и метко, чтобы попасть. И добавок всему оптику ставить, потому что коллиматорник, он все равно, грубо говоря, точка красная наводится на всю эту свинью. Ладно, всем пока, до новых встреч. Кто не подписан, подписываемся. Всем пока.